Всем привет! Мы снова в ночи в аэропорту Кольцово. И сегодня мы отправляемся ночным рейсом Аэрофлота на Боинге 737-800 в Красноярск. Поехали! Все люди спят. Ну, давай, смотри, где наш. Уважаемые пассажиры, начинается регистрация билетов для оформления багажа на рейс авиакомпании «Аэрофлот» российские авиалинии 2804, летающий в Красноярск. Приглашаю вас пройти в строке регистрации номер 45. Attention, please, check in for «Аэрофлот» flight 28. Hello, welcome to Красноярск. Здравствуйте. Доброй ночи, даже я бы сказал. Да. Багаж будет у вас? Нет. Ручная почта у вас? Просто легкие рюкзачки. Колющих, режущих ничего нет? Конечно, нет. Спасибо. Хорошо. Доброй смены вам. Спасибо. Утром мы с тобой успели. Да. Джентльмены. Обратил внимание, какая аудитория летит. Какие серьезные мужчины. Это те не рейс, не гламурный рейс в Москву. Это Красноярск. Доброй ночи. Так, раз. Доброй ночи и хорошей смены вам. До свидания. Благодарю вас. Вообще никого. Я такое только в коронавирус помню. Все? Ночной аэропорт. Все тихо и размеренно. Так, что случилось? Случился ремонт. Пошел здесь.
Пожалуйста, не спасибо. Спасибо, хорошей смены вам. Хорошо, спасибо. Что, Марк, он там точно стоит? На ту сторону встаем? Или на какую? На вот эту. Вот на эту? Доброй ночи, пожалуйста. Доброй ночи, благодарю вас. Доброй ночи, спасибо большое. Доброй ночи, добро пожаловать. Как хорошо, что у нас не девятая, да? А, на девятом, а... Да. А у нас два окна? Имейте в виду, в таком самолете вот тут есть беззаконие. И мы чуть не попали на это беззаконие, да, с тобой? Но мы четко к окну попали. Сегодня летим на Боинге 737-800. Рома Альфа 73-123. Назван в честь В. Даля. Знаю, что довольно тесный самолет, тесная компоновка у него, потому что обычно вот у меня рюкзак разворачивается спокойно вот так вот, в этот раз так не получится, и его даже убрать очень сложно под сиденье, и в целом вот все упирается. Блин, это просто и просто 10-й ряд, имейте в виду. Только одно окно. Да, на 10-м ряду здесь только одно окно и вентиляция. Доброй ночи, дамы и господа. Меня зовут Анна, я старший бортпроводник экипажа. Перевести в авиарежим или выключить все электронные устройства и мобильные телефоны. Убедиться, что ручная кладь, ноутбуки и электронные устройства большого размера размещены на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Ladies and gentlemen, we are preparing for takeoff, please. Turn on electronic devices and mobile phones to flight mode to switch them off. Ensure that your hand luggage, laptops and other large electronic devices are stored in the overhead bins or under the seat in front of you.
любимый рюкзачок. Это обзор детского набора на рейсе Аэрофлота в Красноярск. Давай посмотрим, что у нас сегодня внутри. Это что? Планшетик типа. Планшетик рисовать. О, круто, круто. Ну это для тех, кто помладше, чем ты. Наклеечки. С логотипом Аэрофлота. Класс. Так. А это нитка. Что еще? Ручка. Фирменная ручка Аэрофлот. Давай дальше. Вижу морской бой там. Синяя книга. А что за книга? А еще что-то там книга есть? Книга задания. А там что, карандаши, да? Книга карандаши. Ого! Муки, а это что за медведь? Это в тапки вставляют. Да. О, подаришь мне его? Держите. Оператор, держи. Да. А еще что? Все. Что еще? Все. Слушайте, мне очень приятно. Согласен. Летайте Аэрофлотом. Ну что, традиционный обзор бортового питания на рейсе Аэрофлота из Екатеринбурга в Красноярск. Все как обычно, булка с майонезом и, возможно, с каким-то мясом. Не написано, что тут, но я думаю, что ветчина, сыр и майонез, судя по всему, уже пробовал. Подогретое, что приятно. А, наша любимая яблочко из Краснодарского края. А нет, Красноармейская станица, пардон. Ну да, Краснодарский край. Яблочко это очень хорошо в дороге. Напитки, вода, сок. И птичьи сказки, она же птичье молоко. То есть такой хорошенький рационочек, чтобы перекусить в дороге. У тебя подогрето? Нет, холодно. У меня холодно. Да, вот Марку почему-то не подогрели. Еще отдельно хочется сказать, что вот этот самолет в Эдаль, значит, не берите 10-й ряд, потому что спинки кресел не откидываются и очень-очень тесно. Да, вот, кстати, содержимое бутерброда можете увидеть. Кусочка мяса, да, мазик, сыр и перец. Сладкий. Я думал, да, там ветчина, какая-то говядина, короче говоря, перец красный, сладкий. Ты что? Наш любимый мазик. Два огурчика, ну, вот такие вот. Ну, нормально, нормально, хорошо. Так что, ребята, приятного аппетита.
готов к посадке. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла на вертикальном положении, столик окнан. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, our aircraft is ready for landing. Please ensure that all electronic devices are turned to flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened. Your seat is in the upright position and the tray table is stowed. Thank you. Произвел посадку в аэропорту города Красноярска. Температура воздуха 0 градусов по Цельсию. Местное время 7 утра 19 минут. Просим вас оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями безопасности, до выключения табло застегнуть ремни. Пассажиров салона класса бизнес мы пригласим к выходу в первую очередь. Пожалуйста, не забывайте личные вещи в карманах кресел и на багажных полках. Будьте осторожны при выходе из самолета на трап. Мы надеемся, что сегодняшний полет был комфортным для вас и будем рады новой встрече с вами. До свидания. Ladies and gentlemen, our aircraft has landed at Krasnoyarsk Airport. The temperature is 0 degrees Celsius. The local time is 7:20 a.m. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is off. До свидания, хорошего отдыха вам. Хорошо. Спасибо, до свидания. Хорошего отдыха. До свидания. Красноярский аэропорт Емельянова, один из, пожалуй, лучших на сегодняшний день у нас в стране. Небольшой, комфортный, чем-то напоминает Кольцово. Ну, мы из Екатеринбурга, поэтому
считаем наш аэропорт эталонным, нам есть с чем сравнивать. Все-таки почти всю страну видели. На перроне готовится к вылету UTR 737-800. Там вот стоит трехсоточка Нордстара, на которой я мечтаю полетать. И никак на нее не попадаю. Ну, собственно, вон наш пепелац. Какие песни в 7 утра нас встречают. Помню. Давай в город поворачивай. Мне вот почему еще нравится Емельянова это. Смотрите, какой дизайн космический. Класс вообще. Свежо на улице. Прям плясать хочется от холода. Ну что там? И снежок идет вообще замечательно.